Я в городе побывал, мне понравилось, потому что там ничего там делать в этом городе. Здесь хозяйство, оленей держу я здесь, оленей-то денег не живу я. Ну, есть все как, тихо, олени. Я вот живу с тетей Марусей, с Чогер, у меня тетя она родная. А вот ближние соседи, родственники, Иван Сычогер. Есть еще две сестры, это Ирина Лазарина Сычогер и Фаина Сычогер. Больше никого нету. Тайги рядом. Мне 61, ему 39. У меня отец оленевод был. Вот теперь я как по наследству мне передавался. Транспорт, ну и мясо, и шкуры. Все это идет в дело, конечно, да. Чуми я родилась, выросла в лес. В нашей стихии я не привык так без оленей, скучно. Как-то чувствуешь не так. По стучку как начал отцу помогать. До сих пор. Пастух. Летом мы в одно время не стоим. Сейчас мы тут потом на весновку поедем. На оленях добираться, там корма нет. Трудно. Чуми будем жить. Телята маленькие будут, челятся матки. Майя челятся. Ну что я хочу от жизни? Чтобы главное, с оленями было все спокойно, нормально. В тайге опасно жить так-то. Через 30 лет уже, по-моему, не будет оленей. Я уже тогда уж старенький буду, конечно. И все. Олени пропадут. Потеряются или как еще. Мало ли что бывает в тайге. Я до этих лет-то не доживу, наверное. Ладно, давай завязывайте. Наше спокойствие было в стадии. Самое главное у нас, у меня.